В Ярославле отметили 330-летие храма Богоявления. Часто эту церковь называют Ярославской боярышней. Цикл праздничных торжеств, посвященных юбилею, завершился. Храм строился 9 лет с 1684 по 93. Он стал художественным новшеством в нашем городе. Внешний облик и небывало высокий светлый интерьер поражали воображение. В архитектуре самым деликатным образом соединены черты московского и ярославского зодчества. До сих пор вызывает удивление количество и качество поливного изразцового декора. Дополняет убранство церкви Богоявления роскошный резной иконостас в стиле барокко, выполненный в конце 17 века. Скорее всего, он был заказан и к открытию храма и с тех пор не менялся.